В Генеральной прокуратуре призвали граждан соблюдать требования режима чрезвычайного положения. Там напомнили, за его нарушение грозит уголовная и административная ответственность. В ведомстве сообщают, что согласно закону о чрезвычайном положении, люди, пренебрегающие правилами комендантского часа, подлежат задержанию. Самих задержанных, а также их транспортные средства могут досматривать. Таким образом, за воспрепятствование работе полиции в период ЧП, умышленное уничтожение или повреждение военного имущества – из-за распространения заведомо ложной информации грозит реальный срок.